Самым распространенным конструктивным элементом системы пассивной безопасности автомобиля являются ремни безопасности. Они предназначены для предотвращения опасного перемещения человека, которое может произойти при столкновении или резком торможении. Использование ремней безопасности снижает вероятность и тяжесть травм. Чтобы донести все это жителям Кашхабльского района, сотрудники госавтоинспекции нашего района провели мероприятие «Ремень безопасности». Инспекторы провели профилактические беседы с водителями транспортных средств, а также с пешеходами. Донесли им важность и значимость ремня безопасности, а также вручали им листовки. Такие мероприятия у нас в районе проводятся периодически, что, несомненно, дает положительные результаты.